Аэропорт Рощино попал под пристальное внимание эксперта столичного агентства «Авиапорт». Он дал свою оценку терминалам по 300 параметрам. К примеру, хватает ли площадей для обслуживания пассажиров, насколько качественно оказываются сервисные услуги и достаточно ли туалетов. В прошлом году Тюмень показала себя не с лучшей стороны. Из 5 звезд тогда нам досталась только одна. Прогресс очень существенный, и мы его наблюдаем практически по всем секторам. И на прилете, и в общей зоне, где происходит регистрация, и на вылете. Вопросы возникают относительно организации входного контроля и предполетного досмотра, где сейчас одновременно досматривают пассажиров и внутренних, и международных линий. Смутило и отсутствие аптек. Возможно, в ходе реконструкции этот недочет исправят. Она, кстати, закончится в декабре. Тогда же по результатам исследования будет представлен полный рейтинг российских аэропортов.